Многие из нас не представляют свою жизнь без путешествий. Команда проекта Fish 5 TV не исключение. В этот раз мы отправляемся на край севера, за Полярный круг. Через Архангельскую тайгу прямиком в тундру на мыс Канин-Нос. Нам предстоит проехать 3000 километров на машинах и более 1000 на снегоходах. Из Москвы до Архангельска мы доберемся за 16 часов. И дальше еще 8 часов до Мезени. Несмотря на то, что на многих участках дороги были огромные лужи, снежная каша и гололед, это была самая комфортная часть пути. А что до снега и гололеда, так для этого есть полный привод. Настоящая проверка на прочность нас ждала на снегоходном маршруте между Мезенью и Шойной. Упаковав вещи и выехав на маршрут, казалось, что в такую солнечную погоду дорога не доставит хлопот. Но северная природа решила устроить нам настоящую проверку на прочность. Ветер 20 метров в секунду, пурга, поломки снегохода, сломанные сани и пробитые бочки с топливом. Всю ночь мы провели в пути, преодолевая маршрут в 400 километров. Многие из вас зададутся вопросом, зачем нам все это нужно? Поздравляю, Лука! Блин, спасибо вам огромное! Да все просто, такие путешествия навсегда остаются в памяти и дарят фантастические эмоции. Не верите? Переходите по ссылочкам в описании и смотрите полные фильмы из путешествия за Полярный круг.